Всем привет, друзья, меня зовут Максим Шубин. Сегодня поиграем в игру, от которой хочется кончать. Да, такое пафосное название будет, пожалуй, этого ролика. Я специально не напишу название, название игры в названии ролика. И, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за игра. Эта игра не самая новая, но она офигенская с точки зрения графики. Очень неплохая с точки зрения физики, есть классный сюжет, куча довольно сочных катсцен. Погнали, ребят, просто погнали, и все. Да, и рекламку зацените, это важно. На ютубе тонны плохого контента, и с ним нужно бороться. Чтобы победило добро, этим важным делом занимается канал Антиблогер. Он в юмористической форме борется с плохим контентом. Также на канале присутствуют разборы самых топовых блогеров. Подписывайся и смотри канал, и тогда ты можешь узнать их тайны и хорошо посмеяться. Ссылка в описании. Итак, новая цель. Отбейте атаки всех вражеских сил. Ох, чуваки, чувствую, сейчас мне будет попка. Причем не самая симпатичная. Скорее морщинистая. Ой-ой-ой-ой. Так, вот он, вражина наш. Ой-ой-ой-ой. А чего вас так много, пацаны? Вы что парочками доходите? На голубой стороне? Играете, да? Ха-ха. Ясно, понятно. Ладно. Воу-воу-воу-воу. Нечестно так, нечестно, пацаны. Блин, патрон. Так, пацаны, так не годится. Так, еще одну закинем. Отлично. What the fuckation? Просто жесть. Все, ребят, надо просто сматываться. Причем поскорее. Это, скорее всего, какая-то бомбардировка, потому что иначе мы чувствовали себя как-то поувереннее. Оу, отдышаться. Это гребаные ракеты. Их по-любому нужно уничтожить. Вот эти ракетные. Так. Ага, ясно, понятно. Так. Давайте попробуем уничтожить их. Вообще, реально ли? Похоже, нет. Так, я понял, надо, короче, на эту установку залазить и попытаться с помощью нее это сделать. Так. Давай, заряжаем. Чуть повыше возьмем. Я даже не знаю, все-таки получилось, не получилось. Да, ну сейчас мне капец будет, просто как-то надо сваливать все. Похоже, моего парня Уильяма Сидни Бриджера завалили, ему всего было 20 лет. Так, очередная попытка. Начало очередной попытки. Ну, короче, мы сразу побежим вот к этой штуковине. Так, это мы потом. По-любому сейчас эти пацаны прибудут, и все, и надо будет. Давай, заряжай. Мы же артиллерия, типа. Нет, ну мы низко берем, конечно, нужно это. Нужно по... Вот сейчас где-то было близко, по-моему, но... Ой, не факт. Пацаны, ну-ка. Ой-ой-ой. Так. Хорош. Работаем. Матерь божья, что происходит? Ну да. Короче, жесть, пацаны. Реально очень жестко. Так. Ага. Вот такая. В смысле, кто меня там? Хорошо. Есть второй. Ой-ой-ой-ой, очень хорошо по нам попадает. Кушай, все, нам капут сейчас будет. Просто капут. Надо отсидеться немножко. Иначе нам будет. Да откуда вы все беретесь-то? Что у вас-то? Много-то, ужас какой-то, ребят, что происходит вообще? Жесть какая-то. Ну все, капут нам. Давай, за родину, за Сталина. А, все, капут, да.
Короче, жесть. Это очень жестко, ребят, задание. Очень жестко. Я свалю подальше просто. Просто подальше свалю. Чтобы хоть, не знаю, ну типа, с тыла не залазили ко мне. Вражины мои. Нехорошие. Так, будем потихоньку отстреливать их. Потихоньку, помаленьку. Так. Это что за... Это, похоже, свой. Да, братишка, это свой. Сейчас мы тут наведем шороху. Эта штука, конечно, больше для других целей. Капут тебе. Матерь божья. Да. Очередная моя тактика провалилась. Ну что ж, погнали. Теперь на правый фланг. Может, на правом фланге что-нибудь у нас получится. Пик. Что это за... А, это хорошая пушка. Так. Двустволочка моя любимая. Хорош. Отлично. Так, продолжаем битву. Так, все, можно работать. По всей видимости. Надо свалить, надо свалить. Иначе нас тут чпокнут. Так. Ох ты ж, матерь божья. Ж как жестко нас обстреливают, просто жесть. Так, все, покидать. Надо покидать эту зону. Опасную. Слушайте, просто бомбят. То есть нас как бы даже не эти, не пехотинцы валят, а вот эта вот бравая артиллерия. Ну или типа того. Так, у вас есть патроны, кстати? Что скажете, есть? Не факт. Совсем не факт. Так, мы снова возвращаемся в эту опасную зону обстрела. Давай. Воу-воу-воу. Так. Что такое? Так, вот она. Установка. Ё-моё. Жесть. Капут. Просто капут. Так, перезарядились. Все перезаряжено. Надеюсь, заряжено. Так, 4. Ого-го-го-го. Что ж, попробуем. Я понял, надо валить отсюда. И подальше. Так. В целом нормально свалили. Достаточно. Удачно. Ага. Так, что здесь есть? Вот есть такая пушечка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Серьезно? Дерьмовый. Так. Да, не то чтобы это прям идеально было. Так, сбегаем сюда. Уверен, это нам сможет помочь. Кто там еще? Давай еще зарядим. Так, 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 так. Так, все, 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 проваливаем, проваливаем, проваливаем. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, все, у нас есть здоровье. Можем его использовать. Так. Странный довольно пусть он.
Давай, давай. Давай, хорошо. Ой, все. Да что ж такое-то опять? Опять меня минусанули. Так, мы опять начинаем с непонятной какой-то части. Скорее всего, сейчас просто пехота побежит. О, годная штука. Ага. Так, а, я понял, надо самолеты, короче говоря, сбить. Так, нужно найти тогда правильные орудия, которые смогут это сделать. Сейчас найдем. Да, вот они. Потому что иначе нам капут. Так. Ай-яй-яй. Пора погулять. Кто там кричит просто как последний раз? Так, снова залазим. Так, отлично. А, низко. Не сможешь тогда. Не сможешь. Вот не сможешь все тут. А вот что? Так. Оп, надо это подхилиться немножко, подхилиться. Но в целом, по-моему, я танк один завалил. Да. О, я же завалю танк. По крайней мере, один. Так, спокойно. Спокойно. Жесть. Так, ну что, еще один танк. Матерь Божья. Творит. Негодяй. Так, сейчас мы его. Ну что, вроде все. Вон еще один идет. Так. Давай, давай, погнали. Вот, ребят, все. Есть. Ничего себе, ребят, мы так сражались в этом бою жестко. Слушайте, это прям было. Вот, ребята, подмога, подмога пришла. Вдвоем, ребят, целая армия противостоим. Третьему рейху. Парижа кавалерия, мать ее, на подходе. Они здесь, сынок, мы спасены. Они вернулись за нами. И вправду вернулись. Лайк, комментарий, подписка. И расшарьте этот видос максимально, ребят. Знаешь? Я хочу кое-что сказать тебе, Риджер. Отличная работа, сынок. Спасибо. Да, я слышал, греческие острова просто восхитительны во время года. Да пошел ты. Эй-эй-эй, я понял. Теперь уже ты собираешься свалить и бросить меня.
Ладно. Так я про что? Там отличные пляжи, сверкающий белый песок и могучие германские укрепления, которые нас с тобой ждут. Послушай, вот что мы сделаем. Я хочу предложить тебе одну маленькую странную сделку. Я думал, мы уже ее заключили. А? Красиво? С заката все уходит. Особое лодочное отделение СБС прошло славный боевой путь. Ему удалось сражаться в Греции, Италии и материковой Европе. Его бойцы устраивали диверсии на морских и авиабазах, а также разведывали места высадки регулярных войск. Они шли над непомерными войсками. Дальше мы не успели прочитать. Неординарная тактика «бей и беги», предложенная Черчиллем, оказалась столь успешной, что ее и по сей день применяют войска специального назначения по всему миру. Хотя реально численность этого подразделения держалась в секрете, удержаться, что единовременно в СБС всегда лишь было 300 бойцов. Серьезно, друзья мои, очень серьезно. Ну что ж, ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим Шубин. Всем удачи, всем пока.